хорошей равной командой. Нам где-то больше немножко повезло, забили на голову больше, поэтому победили. Ребята, с победой. Молодцы. Алексей Геннадьевич. Ну, 5-6 команд, наверное, которые будут биться за кубок. Вот, Лада это входит в это число. Вот, так что нам надо еще очень многому учиться. И эта игра сегодня показала, что чтобы туда кверху подняться, надо очень многое учиться.